В Волгоградской области установилась сухая и жаркая летняя погода, а средняя дневная температура значительно превышает 30-градусную отметку. В связи с этим возросло и число пожаров. Уже сейчас мы наблюдаем начало сезонного осложнения пожароопасной обстановки. Последние дни регистрируется до 15 и более возгораний в сутки. Это в 3-5 раз больше, чем неделю назад, уважаемые коллеги. В целом, с начала года в Волгоградской области зарегистрировано уже более 2000 ландшафтных пожаров и возгораний, а также 4 лесных пожара. Чаще всего причиной возгорания становится человеческий фактор, оставленный без присмотра костер, непотушенные сигареты, искры от сельскохозяйственной техники. Все это может привести к большому пожару и, как следствие, человеческим жертвам. С открытием дачного сезона участились и случаи возгораний в садовых товариществах. Кроме того, по прогнозам синоптиков, сухая, жаркая и ветреная погода прочно установилась в регионе, значительно осложняя обстановку. В связи с этим на оперативном совещании глава региона Андрей Бочаров объявил о введении на всей территории Волгоградской области особого противопожарного режима и дал необходимые поручения профильным ведомствам. Продолжить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки. В случае необходимости незамедлительно с применением всех сил и средств реагировать на возгорание. Сохранять повышенную готовность сил и средств региональной противопожарной службы, а также обеспечить реализацию основных и дополнительных профилактических мер в целях пожарной безопасности, в том числе запрет на использование открытого огня и выжигание сухой растительности. Также губернатор подчеркнул необходимость широкого информирования жителей Волгограда и области о вводимых ограничениях, усиление профилактической работы с населением. Также органам местного самоуправления поручено проводить регулярные рейды и особое внимание обращать на состояние дворовых территорий, приусадебных участков и принять меры по их очистке от сухой травы и мусора. Особенно подчеркнул глава региона необходимость усилить контроль за состоянием лесов. Увеличить количество патрульных групп лесничеств, осуществляющих патрулирование лесного фонда и земельных участков, примыкающих к лесам. Активизировать работу по приведению в порядок действующих и созданию новых минерализованных полос в лесных массивах и на территории природных парков. Держать на постоянном контроле функционирование дорог для проезда спецтехники. Все профильные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы в случае необходимости оперативно и профессионально ликвидировать возгорание и обезопасить жителей. Кроме того, в Волгоградской области продолжается работа по созданию противопожарных постов в отдаленных поселениях, чтобы увеличить зону прикрытия населенных пунктов от огня. Екатерина Алтухова, Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.